Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Чрезмерная гордыня носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Несгибаемая воля этих людей все заставит довести начатое дело до конца. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. В мирной жизни типичный представитель этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Часто владельцы этого имени отталкивают от себя потенциальных соратников и партнеров грубостью и несдержанностью. Владельцы этого имени имеют индивидуальные особенности человека, как доброта, человеколюбие, интуиция. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.